берегу в Сицилии продолжаются поиски 6 человек, пропавших без вести в результате крушения яхты «Бейзен». Предполагается, что люди оказались в ловушке в корпусе затонувшего судна на глубине 50 метров. Трагедия разыгралась 19 августа. Во время сильного шторма стоявший на якоре парусник перевернулся и ушел под воду. На борту находились 22 человека, 10 членов экипажа и 12 пассажиров. Спасти удалось 15 человек. В понедельник в ходе поисковой операции водолазы извлекли тело одного из членов экипажа, повара Рикардо Томаса. Сейчас водолазы пытаются получить доступ к каютам, заблокированным грудой различных предметов и обломками парусника. Каждая команда водолазов работает по 12 минут. Среди пропавших без вести британский бизнесмен Майк Линч и его 18-летняя дочь, председатель правления банка Morgan Stanley International Джонатан Блумер и его супруга Джуди, и адвокат компании Clifford Chance Крис Марвилла и его супруга.